Валентина Штрак уже 20 лет работает с детьми. Преподает в начальной школе. В классе больше 30 человек. За здоровьем следит, говорит, права на ошибку у нее нет. Я и от гриппа делаю, прививаюсь. Я и от ковида прививаюсь. Это со мной считаю, что это невежество даже, не делать прививку. Я верю, ни от какой прививки у меня никакого осложнения никогда не было. Поэтому перенесла все, первую прививочку хорошо, отлично, и вторую, думаю, то же самое. Чувствую себя хорошо. Первую прививку Валентина Штрак сделала 3 недели назад. Настало время для повторной. Вакцинация проходит в 2 этапа – добровольно и бесплатно. Первыми в лабораторию приходят люди из зоны риска – медики, соцработники и учителя. За начало 2021 года уже привили почти 4000 человек. В регион доставили 11 тысяч доз вакцины, включая 700 доз Эпивак Корона. На днях запасы пополнились еще на 4500 доз инъекций. Следующий шаг – прививки для пожилых людей. У всех понимание четкое, что это создается коллективный иммунитет, идет все в штатном режиме. После вакцинации медики советуют на время воздержаться от алкоголя и курения, предпочесть здоровый образ жизни, сократить контакты с зараженными людьми и поменьше выходить на морозы. В первую неделю после прививки иммунитет еще не окреп. Мария Ильчан, Мария Левина, события.